Николай Платонович, вы зачем подушку из отеля сперли? Ну, меня же зачем-то брали в Китай, а задачу не поставили. Узе, уезжайте. Так мы могли бы еще на неделю задержаться? Я не спрашиваю, я говорю, узе, уезжайте. Такое ощущение, что мы что-то забыли. Подписать соглашение о силе Сибири-2? Нет, вы его не забыли. Раз пять мне подсовывали, но я не стал подписывать. Тогда, может, соглашение о банковских платежах? Тоже не забыли не подписать. Таким кагалом приехали и ничего не подписали. Как ничего? А договор на поставку говяжьих хрящей? Ага, соглашение о строительстве двух ниток хрящепроводов. За мини-бар расплатились? Мы бухло не трогали. Мы-то нет. А где этот блогер беспробудный? Я же говорил, что мы что-то забыли. Медведева. Он что, один в стране на хозяйстве остался? Один дома. Никто не пройдет. Защитим Россию до последней капли влаги. Черт меня дери! Защитим! Отдерем! Без паники! Это еще не трындец. Я же подстраховался. К Медведеву Шойгу приставил. Меня кто-то звал? Походу, все-таки трындец. Сегодня в заповеднике. Во время визита в Китай вся российская делегация заразилась оптимизмом. Ильхам Алиев за последние 3 недели встречался не только с Робертом Фицо и Ибрахимом Раиси, но и с Путиным и Лукашенко. Держим кулачки. По последним военным сводкам генерал Коношенков подал 300 рапортов об отставке и получил 500 отказов. Путин не планирует брать Харьков, хотя ему никто его не предлагал. Путин заявил, что собирается сделать вокруг Харькова санитарную зону. А Медведев посоветовался с санитарами и решил, что санитарная зона будет в Польше. А дальше стремительный бросок к Ла-Маншу, Дарданеллам и прямиком к Делирию. Дмитрий Анатольевич, что это вы как фримен трубочку для коктейля в нос вставили? А куда еще? Во рту у меня уже мозоли. Господа, повелитель Дюны, барон Владимир Владимирович Харконнен уделит вам 5 минут. Почему только 5? Он тактик, а не стратег. Может планировать на 5 минут максимум. Как продвигаются дела с добычей меланжа? Чего? Меланж – это такая углеводородная специя. Жидкость. На ней держится бюджет нашей империи. Смотри-ка, еще одна полезная жидкость. Барон Харконнен. Йеменские фримены вконец охусителись и напали на наш корабль с меланжем. Да и хрен с ним. Меланжа у нас переизбыток. А вот запасы уважухи закончились. Можно пугануть Запад ядерными колотушками. Правильно, чтоб западные великие дома к нам от ужаса, как червяки, на коленях приползли. Пусть страх пронзит их и наполнит их брюки почтением. Нам нужна не дюна, а... Бздюна! Ну, приползут западные червяки. И чё? Как чё? Договоримся с ними об окончании войны. С Зеленским-то бесполезно. Он нелегитимен. У нашего барона, по моим подсчетам, легитимность еще в 2008-м закончилась. Это у вас калькулятор сломался. Я тут в уме прикинула, в 2036-м все только начинается. Ползет! Ползет! Червь! Какой большой Шаих Хулуд! Это Лукаш Хулуд!
Я помню его, когда он еще был обычной советской аскаридой. Сами виноваты! Раскормили! Может, лопатой его? И что мы потом с двумя червями делать будем? Барон приглашает Лукаш Хулуда отобедать! Та с удовольствием! Прокурор Международного уголовного суда потребовал выписать ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля, а заодно и на трех лидеров Хамаса. Ха! Монетизирую! С ордерами будет проблема. Нетаньяху-то в доступе, а Хамас где искать? Прокурору придется носом землю рыть. Так вот, как раз министр обороны Израиля с помощью Цахал и передаст. Лично в руки или что там останется. А мы с Ближнего Востока переходим к коллективному Западу. Стой! 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 Куда он делся? Наверное, туда! Кто там опять копается в моем грязном белье? Это я, Джозеф. За мной СМИ гоняются. Хотел тут пересидеть, спрятаться от внимания прессы. Ну, ты выбрал удачное место. Еще и импичментом грозят. Требуют, чтобы я дал Израилю оружие. Задолбала эта информационная повестка. А меня задолбали повестки в суд. Нам обоим надо срочно поменять информационный фон. Может, устроим дебаты? Так я ж тебя сделаю. Ха, башку отстрелю. Хо-хо-хо. А если это я тебе отстрелю? Да не вопрос. Главное, чтоб журналисты переключились на что-то другое. А сейчас гвоздь программы. Риши Сунак споет комические куплеты. Просим! О, сколько народу! И, похоже, сюда пробрались мигранты. Прошу всех в сад. А где сад? В Руанде. Все в Руанду. Взрослые, дети, старики. В Руанду. Барышня в желтой надувной лодке. Гребите в Руанду. Но не жестковато ли, сэр? Так ведь в Британии никого не останется. Как никого? А я? Правда, только до следующих выборов. Но потом тоже в Руанду. Если бы в Пенджаб. В Москве началось рассмотрение дела Беркович и Петричук. Целый год понадобился следствию для оправдания обвинения в оправдании терроризма. За этот год ИГИЛ, о котором речь в спектакле обвиняемых, в России признали уже чуть ли не дружественным. Да просто капец! Какой-то потусторонний волшебный мир. С репортажем из этого странного Хогвартса наша репортерка. Я в Хогвартсе, но его теперь не узнать. Происходит смена системы образования и национализация умов подрастающего поколения. Все магические книги и волшебные палочки в огонь! Их все заменит волшебная палочка для извлечения правды сердцевиной из ментовской швабры. Все заклинания импортозамещены на молитвы. Отче наш, Аллахомора, глаза нам на смысл байды тобою затеянной. Да пребудет тебе Вингардиум Левиоса беспилотниковая с Ава-до-Кедаврой. Да не спошли, наконец, святому пригожую экспекта патроном и экспекта снарядом. А на смену традиционным хогвартским наукам пришли новые дисциплины. К примеру, уроки целомудрия. Впервые я стала целомудренной после комсомольского собрания, когда подсчитывала голоса с двумя подружками. А потом стало проще. Теперь я достигаю целомудрия по три раза за выборы. Ой,
А это же знаменитая распределяющая шляпа. Так точно. Теперь она определяет, кому в какие войска идти после школы. Я примерю. Однозначно, на факультет Когтеврановых. Вы, случайно, не сестра Такера Карлсона? Я его двоюродная однофамилица. Вы самый блестящий ум, на который меня когда-либо надевали. Блестящий? И как же мне его теперь у самой себя стащить? Гарик, мы забыли рассказать про российскую мегасделку о поставке топинамбура. Если весь топинамбур отправят в Китай, то возникнет товарная ниша, которую надо срочно заполнить каким-нибудь другим растением. Ну, вы поняли. Ого! Лауреат международных ордеров на арест, обладатель спецприза за многолетний вклад в президентское кресло, вокально-инструментальный ансамбль «Злобные молодцы». Уж 30 лет, как я во власти, но детство есть потенциал. Заду играет, рвет на части, мол, ты, Сашок, не доиграл. Тут маячит поиграться перспектива в практику теории большого взрыва. Ты попадари ракету. Ты мне задари, срочно задари, типа для авторитету. Я свеж и юн, но то не точно, в трусах зима, обвисла грудь. Поставьте мне ракеты срочно, пусть тут стоит хоть что-нибудь. А поставят будет вся Европа рада наблюдать за фазами полураспада. Вовка задарил, Сашка разместил ракету. Вовка задарил, Сашка укрепил трошки суверенитету. Враги развеялись от вспышки, лишь нам вдвоем все нипочем. Ведь мы с тобой, как две подмышки, на общем теле боевом. Мы с тобой теперь как тот полонич чаем, изотопы счастья дружно излучаем. Вовка подарил, Сашка запустил, взял и запустил ракету. А зачем давать, если не пускать? Чтоб не обнулить планету.